Всегда, в любой жизни, даже в советское время люди старались, люди трудились. Согласитесь, если взять, допустим, наших родителей, да, они все учились. Баскетбол, вот данный вид спорта, приходят ребята уже с характером, с мужественным таким характером, понимаете? Моя задача – жить, моя задача – создать семью, моя задача – расти детей. Вот это первостепенная вещь.